Фазанов выпустили в естественную среду обитания в зоопарке в Харьковской области. К этой акции готовились около 2 месяцев. Часть фазанов сотрудники парка выкупали у браконьеров, ну а часть просто приносили люди. Выпускать фазанов из клеток пригласили всех желающих, участвовали в акции и мои коллеги из Харькова. Дмитрий приехал выпускать фазанов со своей женой и 2 дочками. Уверен, участвуя в таких акциях, можно научить детей ценить природу. Каждая живая истота должна иметь такое понятие, как воля, свобода выбора. Правильно? Вот свобода выбора для сегодняшних фазанов – это свобода, воля. Вот поэтому они выпущены на волю. Юный натуралист Вера никогда в жизни не видела такого количества фазанов. Я думала, что они будут сначала не спеша освоиться, а потом уже улетят. Они сразу вылетели и полетели себе. По словам работников экопарка, из клеток выпустили более 1000 фазанов. Люди ставят сети, ловят, потом продают любителям, знаете, в кавычках, природы, которые делают чучела из них, то есть выставляют, потом продают это все. Значит, вся птица, которая была приобретена, здесь и люди приносили. Есть фазаны, которые люди просто держали дома, потом услышали это... Доброчинить вот эту акцию, да, и принесли сюда, и точно так же их выпустили. Чтобы птицы не покидали территорию экопарка, для них устраивают кормушки. Будут сейчас расставляться кормушки, по всей территории будут расставляться специальные поилки, и птица будет здесь, она не уйдет искать корм. София Бабок, Антон Авижас, Харьковская область, ЮАТВ.